сделаем все по сцене. Это становится сигналом для того, чтобы эвакуировать посла. Делай. Добро пожаловать на реконструкцию современного боя. Террористы против спецподразделения Российской Федерации. Сегодня 14 июня, и в Полежаевском парке у нас проходит мероприятие, посвященное Дню Российской Федерации, празднику Дню России. Как известно, оно у нас 12 июня. В рамках мероприятия выставлены лагеря времен Великой Отечественной войны и также современные лагеря. Но самое интересное мероприятие будет проходить сегодня. Оно будет проходить на этом полигоне. Здесь блокпост Российской Федерации, где будут проходить самые основные бои. Вы за моей спиной видите, находится БРДМ, также укрепленный блокпост. Все события будут именно здесь. И я максимально вам попробую их показать. Давайте поехали! Мероприятие глубоко в тылу противника, диверсии и выполнение по силовой поддержке сотрудников МВД. Ну, постреливают иногда, вот, доезжают на максимум до сюда, прочь, не пускаем. Большое количество представителей в Арафатском и Пушкуфе.
группы. Организацию «Красная», можно допустить зрителей на поле боя. Пожалуйста,
Слушатели, отцепить машины! А также оружие. Новое оружие. Открытое оружие.